появились у нас здесь семена. Мячик взять котам. Так, здесь нет. Так, что у нас тут появилось? Борная кислота, янтарная кислота, фитамин. Какое-то водорастворимое. Не видела такого. Это для проращивания микрозелени. Они, кстати, очень удобно проращивать семена. Конечно, 99 рублей дороговато. Микориза. Фитоспорин. Почва брикета. Вот тут у них два только. Сейчас я их возьму. И возьму, наверное, два кокосовых брикета. Кашпо. Ну и все, наверное. А нет, вот тут еще что-то висит. Мочевина. Вермикулит, но он очень крупный, для рассады он не пойдет. Вертика. И есть лилии. Так, ну кроме земли я здесь ничего не вижу. Нет, вот здесь луковица есть. Стоят они 69 рублей. Сейчас я, наверное, возьму парочку. Я просто одна, без мужа. А нести я ничего не могу. Ну, все, потом, что куплю, я вам покажу. Мне просто еще надо зайти в администрацию. В СПАР. Ну, оттуда уже, конечно, на такси. Все. Все, я вам показала, что у нас тут есть. Для сада-огорода. Всем хорошего настроения, всем хорошей погоды.